Рынок итальянских продуктов и напитков является самым крупным и наиболее развитым в мире и в ЕС. Какие тренды в развитии рынка вы, европейский дом Амбразетти, видите в Италии? Как существует итальянский бизнес в рамках глобализации и экспансии мировых производителей, но при этом сохраняет свою индивидуальность? Спасибо, это очень хороший вопрос. По большому счету, Европейский дом Амбразетти – это итальянская фирма-лидер в области стратегического менеджмента и консалтинга. Пенсильванский университет назвал нас лидирующим аналитическим центром в Италии. Мы попали в топ-20 из примерно 8 тысяч компаний с глобальным мышлением, которых они оценивали. Мы создали сообщество пищевой индустрии в Италии, которое объединяет сотни семейных предприятий в пищевой сфере вот уже много лет. Позвольте мне также упомянуть тот важный факт, что, на наш взгляд, существует 10 причин такой сильной позиции итальянского рынка продуктов и напитков. Во-первых, мы являемся первой в мире страной в отношении деноминации происхождения особых территориальных продуктов. У нас есть 3387 продуктов с деноминацией происхождения, зарегистрированных Европейской комиссией, что делает нас страной номер один в мире. Чтобы дать вам представление о том, насколько важна для нас эта индустрия, я могу привести несколько цифр. 64,6 миллиарда евро совокупной добавленной стоимости в цепи стоимости сельскохозяйственной продукции. Это в три раза больше, чем у всех автомобильных производств во Франции и Испании вместе взятых. Третий аспект. Мы являемся первым по величине производителем и экспортером макаронных изделий. Вторым производителем фруктов в Европе с 25% 10,30 от общего производства. Нас опережает только Испания. Мы – первая по популярности страна для гастрономического туризма в мире. Китай, Америка, Россия, Германия. Для граждан этих и многих других стран Италия занимает первое место в списке стран для гастротуризма. Надеюсь, что вы и ваши коллеги с этим согласны. Наше потребление продовольствия составляет 40% от ВВП и является ключевым элементом для возобновления экономики страны после кризиса, вызванного коронавирусом. А что вы думаете по поводу глобализации итальянского бизнеса? Нужны ли ему глобальные торговые сети, например, продуктовые магазины и супермаркеты? И как они планируют внедряться в ряды глобальных производителей, сохраняя при этом свою итальянскую индивидуальность? Да, это важный вопрос. Для того, чтобы сохранить национальную индивидуальность, нужно очень много вкладываться в место производства. Вот пример. Как лидер в области стратегического менеджмента и консалтинга, мы работаем на несколько старейших производителей кофе в Италии. Когда мы говорим о том, как правильно экспортировать эспрессо, то нужно иметь в виду, что на других рынках должен иметься покупатель, который знает, как обращаться с продуктом. Если вы когда-нибудь пробовали настоящий итальянский эспрессо в любом ресторане или баре, то вы должны понять, в чем суть проблемы. Чтобы сделать безупречный эспрессо, вы должны представлять себе всю сложность процесса его изготовления. Знать, как правильно помолоть зерна, насколько горячей должна быть вода. Знать, как работает кофемашина, сколько кофе нужно положить в капсулу и так далее. Поэтому, если вы ничего не знаете о продукте, вы потеряете его национальную индивидуальность. Для того, чтобы защитить и поддержать индивидуальность, важно вложить силы и средства в образование и обучение сотрудников. Указать им на сложность и необычность продукта. А еще надо хорошо представлять себе тот путь, который проходит продукт до того, как появляется в обычной жизни. То же самое можно сказать и про пасту, соусы, пиццу, бисквиты и огромное количество других фирменных продуктов, производящихся в Италии. Какие основные рекомендации? Вы можете дать предприятиям пищевой промышленности для того, чтобы они могли оставаться конкурентноспособными. Может быть, у вас есть какие-нибудь рецепты для малого и среднего бизнеса. Помимо огромных компаний, у нас есть очень много малых и средних предприятий. И это наша слабая сторона. Поэтому, когда вы спрашиваете, что надо сделать, чтобы укрепить систему и дать ей расти, то ответ таков. С одной стороны, надо укреплять компании и объединять их, чтобы они стали сильнее, чтобы они смогли инвестировать в рекламу, обучение и международный рост. С другой же стороны, эти компании нуждаются в дополнительном финансировании для того, чтобы организовывать торговлю через интернет, ориентироваться на цифровой рынок, создавать интернациональные сайты, которые позволят им и дальше расширять свой бизнес. Это как раз то, что мы должны делать дома чтобы создавать благоприятный климат для бизнеса, в котором компании смогут укрепиться и вырасти. Внедряют ли компании какие-либо экологические решения или инициативы в области цифровых технологий? Приведите, пожалуйста, несколько интересных примеров таких решений в компаниях. Это как раз та сфера, где сейчас применяют много инновационных решений. Мы как раз недавно провели опрос среди директоров средних и крупных предприятий по поводу их приоритетов. И 71,7% ответили, что предпочитают инвестировать в экологически рациональные решения и переработку. Они были практически единодушны по поводу необходимости утилизации пищевых отходов, замкнутости цикла переработки, а также оптимизации пластиковых компонентов упаковок. Так что вы совершенно правы, что это один из ключевых и очень насущных приоритетов. А в области цифровых технологий все сходятся во мнении, что они играют огромную роль. Но, опять же, нужны ресурсы для того, чтобы в них инвестировать. А для ресурсов нужно иметь большую критическую массу с доходами и добавленной стоимостью и производить что-то, благодаря чему можно привлечь инвестиции. Поэтому, да, два аспекта технологичности и экологической рационализации являются ведущими направлениями стратегического развития в итальянском бизнесе. Большое спасибо. И, наконец, последний вопрос. Какие основные шаги предпринимает итальянское правительство и итальянские бизнесмены, чтобы преодолеть последствия коронавируса и укрепить свои позиции в эпоху после коронавируса? Мы получили небывалые публичные инвестиции из Европы. Я имею в виду 2,4 триллиона евро средств на ликвидацию последствий коронавируса. Их частью является 750 миллиардов из фонда восстановления, который учредили один месяц назад в качестве консолидированного европейского ресурса. Италия получит примерно 200 миллиардов из всех этих огромных средств. У нас было две фазы. Сначала был шок, который продолжался с февраля по март. В конце концов, мы были единственной страной помимо Китая, которую поразил коронавирус. Мы были первыми, кто испытал вирус на себе, и первыми, кто узнал, что такое жесткая изоляция, которая длилась два с половиной месяца. Поэтому в течение многих недель мы занимали первое место в мире по количеству зараженных людей и количеству смертельных случаев. А те непростые, но необходимые решения, которые мы приняли, стали залогом гораздо лучшего положения сейчас. На данный момент в день у нас регистрируется около одной тысячи случаев заражений. Иногда меньше, иногда больше, но отклонения незначительны. В Испании около трех тысяч случаев в день. То же самое во Франции и Германии. Поэтому мы продемонстрировали одну из наиболее успешных стратегий решения проблемы. И в итоге Сейчас занимаем 20-ю позицию в мире по количеству выздоровевших больных и вышли из топ-10 стран по количеству заболевших. Политическое решение президента Путина и Кремля быстро отреагировать и поддержать бизнесменов, в особенности малые и средние предприятия, было своевременным и правильным. И на самом деле наша экономика, а в частности пищевой сегмент, пока еще не страдает от негативного влияния коронавируса. Мы все еще контролируем процесс, мы не вышли из него. Также мы уверенно и с оптимизмом можем утверждать, что можем помочь странам выйти из этой беспроглядной тьмы кризиса. Большое спасибо за ваши ответы. Мы очень ценим ваш энтузиазм и желание поделиться с нами информацией.